Цены на бензин продолжают расти. В гонку за стоимостью топлива включилась сеть АЗС «Лукойл». Литр популярной марки АИ-92 подорожал на 20 копеек и теперь стоит 34 рубля 67 копеек. Более высокооктановые АИ-95 и АИ-98 выросли в цене на 10 копеек. Предыдущее повышение на этой сети произошло 23 декабря. А буквально в конце февраля цены подняли «Газпромнефть» и «Топлайн».